Во дворце творчества радостная новость. Новички, ребята из объединения «Вымпел» стали вторыми в областном спортивно-историческом конкурсе. По такому случаю ребят поздравили сотрудники полиции и педагоги. От имени личного состава отдела поздравить вас с несомненным успехом в данных соревнованиях. Второе место среди 9 команд. Мы считаем, что это успех, но есть к чему стремиться. Объединение правоохранительной направленности «Вымпел» совсем молодое. В декабре прошлого года ребята только начинали занятия. Изучали теорию и практику, основы рукопашного боя и защиты. И уже через пару месяцев результат, который удивил соперников и порадовал самих участников. Приехали, показали себя, уехали, как говорится, с медалями. Объединение предназначено для девушек и парней, которые планируют в дальнейшем связать жизнь с правоохранительными органами. Просто узнать больше об истории государства или же научиться приемам самообороны. Занятия проходят интересно и непринужденно. Навыки как практические, так и знания теоретические. То есть это история государства и права, это теория государства и права, это правовые дисциплины, ну, адаптированные, так скажем, под детский возраст. Объединение «Вымпел» только начинает свой путь и начинает триумфально. Ребята обещают подтянуть историю государства, потому что это оказалось самым сложным испытанием на конкурсе, и уже в следующем году стать победителями. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.